Ребята, привет всем! Только что для вас получилось записать спонтанное видео. Вот сижу сейчас в ресторане, пока ждал заказ, записал для вас крутую торговлю с телефона. Не буду затягивать, погнали! Ребята, смотрите, какой здесь шикарный скальпинг. Сижу вот сейчас в ресторане, пока жду заказа. Решил для вас записать видео. Видите, вот просто открыл Олимп, просматривал график и нашел вот такую вот шикарную ситуацию. Не успел я вот от пика зайти. Вот так вот я зарабатываю в свободное время. Вот здесь, видим, мне нужно ожидать вот этих вот просадок. Рано еще. То есть главное здесь не спешить. Вот как все происходит вживую, видите, ожидаю. Нормальная точка, заключаем сделку на повышение. Видите, вот в этой ситуации дожидаться разворота опасно, потому что цена, видите, резко стреляет вниз и потом отскок. Также и с уровнем сопротивления резко выстреливает вверх и потом отскок. Так, я надеюсь, в этой ситуации меня уровень не подведет. Отлично. Давай еще один скачок вверх. И мы пойдем на понижение. Так, когда цена вот подходит к концу... Да, я делаю обычно скрин, но сейчас нет возможности сделать скрин. И этот скрин отправляю в свой дневник. Введите дневник в телеграм-канале. Вот вам, ребята, секрет. Смотрите, вот что выглядит, да, с этим скальпингом. Смотрите, какой он ужасный. В горизонтальном, да, режиме. Только мы переворачиваем. Все, видите, вот наш шикарный скальпинг. Так, лагает этот Олимп. Так, еще один шикарный выстрел нам нужен. Можно даже на 2 минуты перестраховаться. Ну что, зайдем на повышение? Отлично. Так, немного лагает эта валютная пара. Так, можем нарваться на пробой, конечно же. Все шикарно. Видите, немного, да, сместилась линия. Олимпа часто такие глюки. Видите, прорисовку не показывает. Давайте повернем. Не показывает, да? Точку. Ну что, вторая пушка у нас будет. Так, а вот мне принесли суп с мидиями. Спасибо. Так. Где этот звук? А, тихий был звук. Все, ребята, две пушки, два сигнала. Вот и все, вот и весь заработок. Находим вот такие вот идеальные ситуации. Ребята, это 100% ситуации. Находим и зарабатываем. Все. Смотрите, какой у нас шикарный уровень. Какой шикарный скальпинг, да? Ну вот здесь бы, да, сделочка могла не зайти. Раз, два, три, четыре. Четыре сделки было бы в плюс. По таким ситуациям можно торговать по выжимке. Вот и все, ребята. Две сделки, два плюса. Видите, смотрите. Сейчас уже заходить на повышение опасно. Почему опасно? Потому что вот этот вот верхний пик. Сейчас я возьму вам вилку. А не, палочки есть. Вот, покажу. Блин, учебные мне дали.
Вот, смотрите. Этот пик, он уже ниже предыдущего. Смотрите, каждый пик, он ниже предыдущего. Здесь уже на повышение опасно было заходить, да? Потому что... Ну вот, видите. Случился пробой. Все. Вот если вот такие вот идеальные ситуации, тогда да, можно торговать. Но опять же, наблюдайте, да, за этими ситуациями. Здесь лучше всего было торговать, ну, на понижение, да? Здесь мы не прогадаем. Вот, от всех пиков на минутку было бы идеально. А вот смотрите, на повышение, да, вот здесь, например, опасная ситуация. Все, вот два сигнала, ребята, и перезагрузка. Все, дальше не торгуем. Вот сейчас я приступаю к супчику. Потом опять у меня свободные пару минут, я опять захожу, опять торгую. Главное не заигрываться. Зашли, нету ситуации, ни хрена не торгуйте дальше. Валютные, и вот так вот ищем. Проходимся. Вот, тоже что-то наподобие скальпинга. Жалко, знаете, что вот нельзя вот так вот переключаться. Вот это большой минус. Это все сразу же. Эта пара нам не подходит. Вот здесь еще можно зайти, да, как бы по восходящему тренду. И вот так вот я ищу сигнал. Люди меня спрашивают, как я ищу сигнал. Вот так я ищу сигнал. А как еще по-другому искать сигнал? Просматриваю все пары. Иду сверху вниз или снизу вверх. Видите, да, я два раза зашел на повышение. Был шикарный скальпинг. На понижение не успел зайти. Вот и все, ребята. Давайте покажу вам вывод. История. Смотрите, ребята, все показываю на своем примере. Вот вся моя история. С телефона код элемента поделать невозможно, если кто-то мне не верит. А что это такое? Идет за пельмени для вас. О, пельмени принесли. Японские, да? Да. Это очень вкусно. Спасибо большое. Все, ребята. Я надеюсь, вы все поняли. Ну, смотрите, какой шикарный скальпинг, да? Так и тянет заключить здесь сделку, да? Смотрите, здесь уже, да? Вот. Уровень поддержки стал уровнем сопротивления. И не исключено, что вот цена будет идти уже в новом коридоре. Вот, вы просматриваете, как вел себя график до. Смотрите, да? Закономерности. Просто наблюдайте закономерности. Все очень просто. Здесь не нужны никакие индикаторы. У нас одна минутка. Мы чисто скальпируем. Что, поторговать? Нет, не буду торговать. Я же вас учил не нарушать дисциплину. Вот такое вот, ребята, получилось видео. Огромное спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на мой канал. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Все оригинальные страницы в описании. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли. Вот такое вот прикольно получилось спонтанное видео. Пока.